Жили себе дед да баба, и была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, пи-пи-пи-пи-пи, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Будем с вами готовить вегетарианские рыбные палочки, если вы такие же счастливые люди, как и мы. Для этого нам понадобится сыр адыгейский, полстакана молока, мука, майонез, нори. Нори нужно нарезать на три части. Вот, смотрите. Это блюдо можно есть как горячее, так и холодное. Уходили мальчики, на плечах шинели. Уходили мальчики, храбро песни пели. Отступали мальчики пыльными степями. Умирали мальчики, где не знали сами. Попадали мальчики в страшные бараки. Догоняли мальчиков лютые собаки. Убивали мальчиков за побег на месте. Не продали мальчики совести и чести. Не хотели мальчики поддаваться страху. Поднимались мальчики по свистку в атаку. Два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, шесть, семь.